выставка около кинотеатра Победы для сторонников спецоперации несколько омрачена актом, ну если не вандализма, то проявление иной гражданской позиции. Вы видите надпись, написанную красным светом. От греха подальше лучше ее не цитировать. Неизвестно, сколько она времени нанесена, но никаких действий не предпринимается для того, чтобы устранить, убрать этот плакат, эту фотографию. Люди проходят, наблюдают молча, что происходит. Ничего не происходит. Если вы не в курсе, то неделю назад, примерно, или две, открылась такая выставка. Бойцы ополчения во время разведки возле аэропорта Донецка, 14-й год. В стране запрещают русский язык, разрушают памятники героям Великой Отечественной войны. Удар ракетного комплекса «Точка» по Донецкому заводу химических изделий, 14-й год. Донецкая Народная Республика – наша Родина, и защищать ее нам написано под плакатом. Говорят, что сам кинотеатр «Победа» открестился от этой выставки, заявив, что не имеет к ней никакого отношения. Как и другие акции, такие акции, выставки организуются часто при поддержке чиновников. Потому что, как они тут пишут, своих не бросаем. Кто-то считает, что такие акции еще больше раскалывают общество. И всем прекрасно известно, что есть как сторонники, их якобы по опросам около 70% спецоперации. Но есть и противники, а их получается не менее 30%.